Давайте посмотрим, что у нас было по практике. Монтаж по движению нужно привести, укажите какой тип, по направлению скорости по фазе, обоснуйте, почему это он. Ага, и два допа. Даблкат и джампкат. Чудненько. Ну, сегодня у нас насыщенная домашечка. Так, отрывок самостоятельный, монтаж по движению камеры, женщина и цветок. По фазе движения момент с руками. Пока не наблюдаю. А, вот наблюдаю. Вот это был монтаж по движению. О, вот он-то монтаж по движению. Монтаж по движению вижу. Вот он-то. А может надо дальше смотреть? А, вот этот на джампкатинг был. Или еще будет? Еще, ага. Пум. Пум. Угу. Ей это только на пользу. Так, вопрос, что за прием? Окей. Ей это только на пользу. Вы заставите ждать ее 5 лет? Ну да, таков закон в этой стране. Вы будете ей мстить? Ну, мы до этого еще дойдем. Вы сперва выпейте. Вы, кстати, чем занимаетесь? Я актер. Боже мой, да что вы. Мэгги говорила, что вы парикмахер. Должно быть, она имела в виду кого-то другого. Другого любовника? Какой интересный, интересная композиция кадра. То есть, так понимаю, что вот этот вот смена их в кадре, я даже не знаю, это не монтажный прием, поэтому, возможно, у режиссеров есть какое-то название для него, когда актеры так вот рокируются в кадре. Такая рокировка действительно получилась. Прям. Можем позаимствовать у шахматистов этот термин. Но монтажного такого названия нету, потому что, собственно, склейки не происходит. Ну, может быть, вот она как раз здесь происходит. Вы, кстати, но я монтажный прием здесь не усматриваю. Тогда посмотрим, что нам прислала Мария. Так, монтаж по фазе движения, когда от удара майки падает, движение начинается в одном кадре, как бы продолжается уже под водой. В конце этой сцены даблкат на ударе из-под воды, приходящий в реальный удар. Так, давайте посмотрим. Да, есть такое. All he's got to do is stay down. Где удар из-под воды? А, вот он тут. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так, но здесь нету. Здесь прям даблката нет, здесь монтаж по движению, потому что мы не видим реально захлёстнутой фазы. А вот тут вот есть пум, там уже прилетело в челюсть и еще раз прилетает. Такой маленький даблкатик, даже не бросающийся в глаза. Вряд ли его можно... Ну, то есть технически, конечно, это даблкат, но он остается незамеченным, потому что он прям очень маленький, маскируется вспышкой, к тому же. Вот этой вот. Поэтому там вообще непонятно, что происходит. Нет, я думаю, что даблкат, он показывает зрителю специально, вот что, да, смотрите, я даблкат, вот тут я 2 раза повторяюсь. Поэтому в конце, вот то, что надо покадрово рассматривать, мы к даблкатам не относим, ну, потому что это, можно сказать, такой технический даблкат для создания этого ощущения такого, не знаю, прыжка какого-то, вот, чтобы подчеркнуть его... удар, неожиданность его удара. Поэтому здесь, наверное, только монтаж по фазе движения. И то не... С чего он тогда? Улетает. И улетает в воду. Бульк. Причем здесь тоже был где-то еще удар. Монтаж по движению. А, нет, не было.
Мне показалось, но там сложно заметить его. А вторая работа в начале сцены даблкат, потом ряд джампкатов, и в конце снова даблкат, когда хлопает дверью. Давайте посмотрим. Послушай меня. Послушай. Она... Это возникает ощущение, что это даблкат, потому что она два раза повторяет фразу, но монтажно даблкат, опять же, должен быть повтор вот этого движения, которое она делает. А здесь, смотрите, она берет ее голову в руки, вот так вот раз, а дальше держит ее уже в руках. То есть самого движения, повтора самого движения нету. Да, это получается просто джампкат, да, абсолютно верно. Послушай, я должна поехать домой. Я должна. Прекрасно. Прекрасно. Убирайся. Нет, Джиан. Да, серия. Джампа такая прям нервозная. Не надо так. Надо. Убирайся к чертовой матери. Давай, убирайся. Джиа, ради бога, не надо так. Так, а что еще у вас было в конце сцены? Снова даблкат, когда хлопает дверь. Так, посмотрим. Прекрасно. Да. Да? Ух ты, какой классный. Вау. Вот это шикарный, конечно, даблкат. Прям вот хлоп-хлоп-хлоп. Так, все. Даблкат был, джампкат был, монтаж продвижения был. Все три пункта были. Дальше у нас Сергей на проводе. Монтаж по направлению. Геша Козадоев продолжает... Козладоев. Козадоев. Продолжает движение в следующем кадре в ту же сторону. Правда, надо несколько менять направление движения, но ДПП подчеркивает, что Геша заблудился. Сколько небольшие джампкаты по фазе движения по композиции. Давайте глядеть. Так, еще раз, что это значит по направлению движения? В следующем кадре, в ту же сторону, на несколько минут направления движения, где будет... Ну, пока движется все туда же, да, и должен двигаться. Налево, налево. Да, не пропустил я где-то. Имелось в виду вот этот вот, что он выходит не в ту сторону. Но так вот, если он бежал на камеру, а там от камеры, так что все правильно. Даже не вижу нигде нарушения. Только еще раз давайте заново посмотрим. Везде вроде, да, продолжает двигаться туда, куда, откуда шел. От камеры. На камеру. Налево. От камеры. От камеры. Налево. Налево. От камеры на камеру. Налево. Вместе с камерой. Тупик. Нет, нарушений не вижу. Как раз, да, направление по движению прям присутствует. Так, монтаж по характеру движения. Ну-ка. Во втором кадре как бы продолжается последнее действие, но уже другим героем. Пик, смотрим, что за такой интересный монтаж по характеру движения. Ага. Поедем. Вы абсолютно интересно нашли пример. Это называется матчкат. Как раз монтаж по похожему действию. Крутит, 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 крутит. Да, только тот крутил замки, да,
Аида открутит ручку счетчика, если мы еще помним, что это такое. Да, вы нашли пример матчката из продвинутого уровня, насколько я помню. Поэтому, или может сегодня будем разбирать, что-то уже не посмотрел, что мы сегодня будем проходить. Но потом свяжу воспоминания. Поэтому можете сохранить это как пример матчката. Дальше, даблкат. Стекло скафандра разбивается несколько раз. Смотрим. Угу. Ну, единственное, что здесь не совсем такой честный даблкат, потому что он через план. Если здесь присмотреться. Вот раз, потом осколки летят, да, и вот другой план, и вот снова разбивается. Но поскольку у нас отдельного названия для этого приема нет, то будем относить его в категорию даблкатов, даже два плана. Что вот тут вот какие-то осколки летят, а вот сам кадр с разбиванием скафандра, потом... Вот он-то, дополнительный кадр, где просто летят осколки, мы не видим разбивания. Потом общий план с разбиванием. И снова разбивается скафандр. Угу, да, есть такое. Уже вроде проехал и еще раз проезжает. Вот он-то выезжает и снова выезжает. Вот его второй выезд, а вот первый выезд. Вот он-то первый, вот второй. Больше на камеру развернутый. Дальше, пятый. Ну, Сергей оторвался вообще. Пятый пример. Джампкат с пропуском фазы движения, когда Семен Семенович вбегает по лестнице. Сделан для ускорения придания комичности. Папаша, огоньку не найдется? А? Ты что, глухонемой, что ли? Да. Понятно. Ага. Так. Давайте еще раз посмотрим. Ну, второй, вот здесь, когда он разбегает, я думаю, что это чисто, знаете, пленка со временем стареет, поэтому, скорее всего, здесь так просто реставрационный такой эффект. Какие-то кадры, может быть, там покоцались. А вот в начале, да, согласен, джамп-катик. Вот он раз, а вот второй раз. Опять же, я думаю, что это просто какая-то фаза вырезана, потому что какого-то акцента я здесь не усматриваю. Поэтому я думаю, что это все-таки дефект реставрации. Просто вынуждены были что-то выкинуть. Так, потому что мне кажется, чтобы это было приемом, он должен был бы пробегать больше. А тут какая-то одна такая одинокая фазочка вырезана. И все. Слишком мало, чтобы это быть приемом. Но я очень удивлюсь, если это действительно будет приемом. Так, и шестой. Наконец-таки мы закончим с Сергеем. Уж сколько у него примеров. Джампкат, когда Василий Иванович, для усиленной комичности, когда Василий Иванович вскакивает несколько раз подряд. А, ну это известный пример. Собака! Какая это собака? Да, прям вот классика-классика. Следующая работа Светланы. Светлана пока еще ничего не спрашивает. Светлана прислала работу. Так, смотрим. Монтаж по движению, направление скорости, отъезжающий автобус в начале. Затем Энни бежит достаточно долго по кадру. Но с одинаковой скоростью.
и теряем направление из-за привязки к автобусу. В конце концов, трогающийся автобус и машина двигаются в том же направлении. Вау. Много всего. Давайте посмотрим. Ну, здесь нет как такового монтажа по направлению движения, потому что она бежит на камеру и бежит налево по кадру все время. Не ту полоску прокрутки пытаюсь прокрутить. Здесь она, автобус едет от камеры, здесь он от камеры. Вот только разве что водитель у нас движется в том же самом направлении, что и Энни. Она же Сандра. На от камеры, на камеру. Здесь нет остановки. Ладно, садись. Хорошо, иду. Ты хороший, добрый человек. Но, да, вы абсолютно правы, что почему нет запутывания зрителя, потому что привязка к автобусу, да. То есть она бежит к нему. Так. Поэтому, да, как монтаж по... монтаж по скорости движения здесь. Скажите ему, чтобы остановил. Черт. Ну если присмотреться, да, видно, что здесь она бежит медленней. Такой больше такой вот рысцой, когда бежит от камеры. Так. Дальше. 1.2. По направлению и по фазе. Видим из машины автобус. Начинаем уходить влево. Автобус смещается в кадре вправо. Затем съемка спереди, машина выныривает из автобуса справа. Интересно, ну-ка посмотрим. Машина налево, камера направо, и потом подхватывает. Ну-ка, ну-ка. Черт, черт, черт! Что ты делаешь? Налево. Помедленнее, налево. Что с тобой? Раз. Сбавь скорость. Черт. Раз. Раз. Черт! Ну да. Единственное, что, опять же. В данном случае это не будет направлением по монтажом по направлению движения, потому что мы достраиваем это направление, да? А направление монтаж по направлению движения мы видим, мы должны это видеть в кадре, то есть вот он движется в кадре налево по кадру, и в следующем кадре он должен двигаться в том же направлении налево по кадру. А здесь мы переходим на обратную точку, то есть вид с субъектива раз подхватывается движением сюда, поэтому это скорее склейка на движении. Да? Только здесь нету какого-то объединяющего действия, но вот она. Потому что направление движения по кадру у них разное. Там машина двигалась налево по кадру, а здесь она выезжает направо по кадру, то есть относительно рамки кадра. И мы это стыкуем, потому что они движутся с одинаковой скоростью, что машина там, что машина здесь. Но мы еще понимаем, что это вот, как помните, барная стойка. С той стороны барной стойки, с этой стороны барной стойки. Поэтому это легко монтируется. Но основным... скрепляющим элементом здесь является склейка на движение. Раз, раз. Черт! Потому что направления движения такие разные. Так. Дальше. Монтаж захлестом Double Cut. Свое производство баловались на сборах. Давайте посмотрим. На сборах. Меня пугает слово на сборах. Что это? Ух ты. Да, дабл кат. Чудо действенно. Дабл кат получился. Отлично. А джамп кат крупностной и композиционный. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага, ну да, здесь клиповый монтаж, поэтому, как говорится, ему закон не писан, потому что... В клипах возможно все, вообще все что угодно. То есть можно клеить как хотите. Это особенность именно музыкальных видео. То, что монтажные правила там специально нарочито нарушаются. Или могут нарушаться. То есть может быть такой более киноклип, а может быть такой монтажный видеоклип.
да, идет в одну сторону, в другую. Более того, для любых таких коротких видео это можно использовать как прием, то есть нарочито флипануть кадр. Едет в одну сторону, в другую. Ну, если он снят с другой стороны, то в одну, то в другую. Но да, здесь джамп-катов, наверное, много было. Насчет крупностных, да, вот с такого... Даже получается уже детальный экстрим клоузап. Прыгаем на... С другой стороны, после экстрим клоузапа мы можем уйти куда угодно. Давайте найдем какой-нибудь пример. А это very long shot. На very long shot мы тоже можем уйти в любой момент времени. Это деталь. Very long shot, деталь. POV, деталь. Там перебивка через план была. А, ну вот он там, да, вот. Вот это, да, похоже. Вот это у нас такой, я бы сказал, что это, если ее распрямить, наверное, medium long shot будет по колено. А тут по пояс. Две соседних крупности. Такой прыжок по оси получается. Что здесь не является ошибкой, а является приемом. Что-то они так прям показали 80 miles per hour, но 80 миль в час на прямой дороге. Ну, может быть, только в кабриолете это будет чувствоваться ветер, там уши будет отрывать. А так, на такой хорошей дороге 80 миль в час, ничего страшного в этом нет. Так, давайте уйдем сейчас на наш традиционный перерыв и после перерыва поковыряем тему сегодняшней беседы, которая будет достаточно обширная. И надеюсь, вам она понравится, тема сегодняшней беседы.